Всем привет, это снова Игорь Асанов, и вы, возможно, узнали многие, если не все, машины из моей начальной нарезки. Honda Accord, Nissan Primera, Peugeot 406, Opel, он же Vauxhall Vectra и Volvo S40. Все эти седаны среднего класса правили миром до того, как его захватили кроссоверы. И под миром я подразумеваю не только парковки супермаркетов, но и мир автоспорта. Ведь все эти 20-летние машины связывает одна общая гоночная история, имя которой — супертуринг. Гоночные версии этих машин гонялись на трассах всего мира. Но премьер-лигой супертуринга был британский чемпионат легковых автомобилей. На тот момент это были самые сложные и дорогие кузовные машины в истории. Стоимость постройки одной такой могла достигать 1 миллиона фунтов. Их проектированием занимались лучшие команды Формулы-1. А несколько машин супертуринга на пике своей карьеры попали туда, где невозможно не рассчитывали оказаться. В Россию конца 90-х. Отсюда выезжали автомобили и летели на все скорости в сторону Мосфильмовской. Это даже и не гоночная трасса. Англичане, естественно, сказали, что, говорят, ребят, ну как вы ездите здесь? Но прежде чем рассказать вам о том, как хрупкие британские машины оказались на Воробьевых горах, стоит начать с того, что же такое супертуринг и как он появился. Чтобы объяснить это, придется снова перенестись в 80-е. Крупнейшие кузовные чемпионаты по всему миру использовали в то время технику группы А, то есть серьезно модифицированные серийные автомобили максимально непохожего друг на друга вида, начиная от легких хэтчбеков и заканчивая тяжелыми седанами с V8. Эта прекрасная эпоха подарила миру сразу несколько культовых дорожных автомобилей. Например, Mercedes 190 Evolution 2 или BMW M3 в кузове E30. Ведь каждый производитель, который собирался строить гоночный автомобиль группы А, был обязан сперва внедрить желаемые модификации на серийной машине и выпустить ее тиражом не менее 5000 экземпляров. Это был настоящий рай для поклонников быстрых дорожных машин, но автопроизводители считали такую практику слишком затратной. Да и стоимость подготовки самих машин группы А росла в геометрической прогрессии. Гонка бюджетов привела к тому, что самые мощные из них, вроде британских Ford Sierra Cosworth, выдавали до 500 лошадиных сил. Кстати, о Сьеррах и Британии. Такие Сьерры Косворт или Косси, как их называли на родине, под конец 80-х безраздельно доминировали в британском чемпионате легковых автомобилей, или сокращенно BTCC. Но из-за наличия в чемпионате сразу нескольких классов машин и странные системы начисления очков, титулы в общем зачете часто уходили к пилотам более медленных автомобилей. Разобраться в этом бардаке постороннему зрителю было трудно, поэтому к началу 90-х англичане решили заменить все подклассы группы А на один единственный класс машин — супертуринг. Я попал в команду «Лукойл» в 97-м году и сел на эту машину, пересел с ВАЗ-2108. Пришлось тогда немножко перезагрузить вообще свой подход к пилотированию машины.
Одной из команд, которая строила машины супертуринга, в частности для Хонды, была британская ProDrive. Мы поехали всей командой на ProDrive. Около месяца были рядовыми сотрудниками ProDrive, каждый день ходили туда на работу. Принимали участие в подготовке этих машин. Это была моя мечта, я следил за чемпионатом. Мы разобрали все эти автомобили, полностью собрали их самостоятельно и начали готовиться к тестам. Но машины супертуринга не сразу стали выглядеть так, как изящные Хонды команды Лукойл. Правила формировались постепенно, так что машины начала 90-х могли выглядеть очень по-разному. Но к середине десятилетия облик гоночных машин супертуринга сформировался окончательно. Основой для них стали обычные, как правило, переднеприводные седаны среднего класса. Их длина должна быть не меньше 420 см, а количество дверей не менее 4, что сразу отсекало трехдверное спорткупе, которое так любило выставлять BMW. Мало кто из нас, болельщиков, ездит на работу на BMW M3, но когда люди видят на гоночной трассе автомобиль, который не могут себе позволить, их отношение к гонкам становится совсем другим. Люди, которые не знают по имени ни одного пилота, начинают болеть за свою машину, пускай и внутри она очень сильно отличается от той, на которой они возят детей в школу. Авторы концепции супертуринга стимулировали производителей выставлять именно те машины, которые те рассчитывали продавать в первую очередь. Ведь по правилам на эти машины можно было ставить мотор от любой другой, даже более крупной и быстрой, модели в линейке производителя, при условии, что его объем не превышал 2 литров, а количество цилиндров было не больше 6. Турбонаддув был запрещен, а максимальные обороты ограничены на 8500. Это означало, что автопроизводителям теперь не нужно было запускать в серию мощные версии своих дорожных авто, ведь двухлитровый мотор можно было перекинуть откуда угодно. Все это должно было не только сделать участие в гонках дешевле, но и замедлить машины. Ведь с новыми ограничениями по моторам их мощность должна была устаканиться на отметке в 300 лошадиных сил. Но если вы не в первый раз смотрите мои сюжеты, то знаете, что бывает, когда спортивные чиновники пытаются кого-нибудь замедлить. Да, машины едут только быстрее. Несмотря на меньшую мощность, новые машины получились легче группы А, обладали более эффективными тормозами и лучшим сцеплением с дорогой. А значит, почти сразу стали показывать лучшие времена на круге. Тесты проходили на трассе в Пембере. После теста у меня просто отваливалась шея, потому что там настолько боковые перегрузки и настолько держак у машины. Машина очень хорошо держит дорогу, но потом, если ты переходишь эту грань, все. То есть это ее не поймаешь ни рулем, ничего. Это значит, естественно, вылет с трассы. Ошибок она не прощает. К тому же болиды супертуринга получились по-своему красивыми и изящными. Они были лишены массивных обвесов, так как размер всех внешних элементов строго оговаривался. Особенно после того, как британское отделение Альфа-Ромео в 1994 году смогло найти лазейку в правилах и установить на 155-ю модель сплиттер и антикрыло большего размера, которые позволили ей легко уезжать от соперников в поворотах и выиграть 5 первых гонок сезона. Дело в том, что первая версия правил позволяла устанавливать на автомобили только те аэродинамические элементы, которые были доступны у дилеров для серийных машин. И Альфа-Ромео подсуетились, выпустив серийную спецверсию 155 Silverstone, в багажнике которой лежали специальные проставки, с помощью которых можно было существенно увеличить размер антикрыла. А передний сплиттер состоял из двух плоскостей и был регулируемым. Подобные трюки можно было легко представить в эпоху группы А. Но в 94-м соперники подали против Альфы протест, после чего размер антикрыльев жестко ограничили. Однако, даже несмотря на все ограничения, аэродинамика этих машин была очень проработана и оказывала заметное влияние на пилотаж. Чем ты едешь быстрее, тем на ней ехать проще. То есть это машина, на которой в принципе нельзя ехать медленно. Не для средних пилотов.
Несмотря на их максимально чистый силуэт, машины супертуринга легко узнаются по одному визуальному признаку – большим колесам в маленьких арках. Колеса 19-дюймовые, с креплением центральной гайки. Правилами было запрещено выносить колеса за пределы границ стандартного кузова, поэтому инженерам приходилось творить настоящие чудеса, чтобы уместить там большие и широкие гоночные катки. Все было переделано, двигатель установлен по-своему, коробка передач по-своему. Было очень много тех решений, про которые мы даже и не представляли, что такое может быть. Вообще, с инженерной точки зрения, машины супертуринга выглядели еще изящнее, чем снаружи. Рулевой вал проходил через картер коробки передач насквозь. Двигатель не имел никакого масляного фильтра. Коробка передач Филланд разбиралась в течение 5-7 минут. Можно было ее полностью достать, поменять там, передаточные числа, поменять шестерни, собрать обратно. Дифференциал повышенного трения огромных размеров, который позволял машине даже со сломанным приводом передвигаться. Был карбоновый подрамник, на котором стояло переднее крепление двигателя, на котором крепился нижний рычаг подвески, на котором стояла рулевая рейка. Ну и плюс машина была оснащена очень интересно всякими системами. Была система старта, когда не надо было держать ногу на педали тормоза, а специальной кнопочкой машина растормаживалась и стартовала. Основная проблема этой машины была то, что на ней вообще нужно было тронуться, потому что сцепление там либо включено, либо выключено. Эти машины выкатывались, подталкивались механиками, чтобы вообще выехать из боксов. Для лучшего распределения веса место пилота в них было отодвинуто ближе к середине машины. А салон больше напоминал кокпит гоночного прототипа, нежели туринг-кара. Каждая команда могла находить свои уникальные решения. И в этом была особая красота супертуринга. Кстати, о красоте. В том же 1994-м в британский чемпионат решила прийти шведская Volvo. Шведы приняли решение о дебюте за несколько месяцев до начала сезона и до последнего скрывали, какой же автомобиль они собираются выставить на старт. Выбор удивил абсолютно всех, включая даже собственных пилотов. Гоночная Volvo 850 с кузовом универсал быстро стала главной звездой чемпионата. Под ее капотом скрывался пятицилиндровый двигатель, который выдавал 290 лошадиных сил. А вес огромной машины, благодаря усилиям инженеров, удалось приблизить к минимально разрешенным 950 килограммам. Благодаря своей длине машина обладала неплохой прижимной силой и отлично держалась в скоростных поворотах. Но из-за неудачной развесовки и длинной базы страдала в медленных.
Так что выдающихся результатов в год дебюта Volvo не добилась. Лучшим достижением стало пятое место на финише. По словам бывшего пилота команды Яна Ламмерса, гонщики других команд жаловались, что гигантские Volvo перегораживают им весь обзор на трассе. Другие же просто считали, что соревноваться с универсалом — это не круто. Поэтому часто пытались ударить Volvo на торможении, из-за чего те постоянно ездили с разбитыми задними бамперами. Хотя контактная борьба не была чем-то необычным для Британии. Толкались все со всеми. Что до Volvo, то уже через год после дебюта они отказались от универсала в пользу обычного седана. Но даже сейчас этот гоночный танк остается, пожалуй, самой узнаваемой машиной эпохи супертуринга. Впрочем, гоночные танки бывают не только шведскими. И еще они бывают советскими, американскими, немецкими, а также легкими и не очень. Большие гонки возвращаются в игру World of Tanks. И вы можете стать их участником прямо сейчас, причем совершенно бесплатно. Так что если хотите поддержать мою работу, кликайте по ссылке в описании и выходите на старт брутальных танковых гонок. Ну а теперь вернемся обратно к супертурингу. Ведь Volvo оказалась не единственной командой, которая решила прийти в британский чемпионат. В 1996-м это сделала Audi с новейшей моделью A4 Quattro. Причем организаторы разрешили немцам сохранить на машинах их фирменный полный привод, даже не подозревая, какую козу они запустили в свой огород. С самого начала сезона полноприводные Audi довесили 65 килограммами балласта, а потом накинули еще 30. Но даже несмотря на это, немецкий гонщик Франк Билла с гигантским отрывом выиграл чемпионский титул 1996 года, а Audi стала чемпионом в зачете марок. Мотор, доставшийся от старой Audi 80, был на 10-20 лошадиных сил слабее, чем у соперников. Но полный привод давал на извилистых британских трассах такое преимущество, что недостаток мощности уже не имел особого значения. По итогам сезона 95 из чемпионата ушла Alfa Romeo, а в 96-м его покинула BMW. Для любой другой серии потеря сразу двух легенд автоспорта была бы невосполнимой утратой, но только не для BTCC. Renault Laguna и Honda Accord даже в гоночной версии, возможно, были не так эффектны внешне и не имели особо спортивного имиджа. Но пока эти машины обгоняли всех соседей по классу в самом престижном кузовном чемпионате мира, значит, именно они были номером один. И продажи семейных седанов росли вслед за победами на гоночных трассах. В сезоне 1998 года в чемпионате сражались Audi, Ford, Peugeot, Nissan, Honda, Vauxhall, Volvo и Renault. Чтобы понять уровень конкуренции в этом чемпионате, достаточно одного факта. Проектированием и постройкой гоночных Renault Laguna занимались сотрудники Williams, сильнейшей на тот момент команды Формулы-1. Другие пытались не отставать. Новая Volvo S40 строила британская Tom Walkinshaw Racing, владевшая в тот момент командой Формулы-1 Arrows. Honda Accord строила ProDrive, которая также отвечала за суперуспешный Subaru Impreza для ралли. А Ford Mondeo готовила Reynard, строившая чемпионские автомобили для американской серии карт. Вдобавок, в Форде смогли дважды посадить за руль Mondeo экс-чемпиона Формулы-1 Найджела Мэнсела. Сперва в 1993 году, а потом в 1998. Во время гонки в Донингтоне 98-го Мэнсел был вынужден прорываться с самого конца пелетона. Но вовремя, поставив дождевую резину, обнаружил себя сражающимся за лидерство. Сорокапятилетний британский лев пробивал себе дорогу в условиях почти нулевой видимости из-за брызг, не щадя бока своего Форда, пока не вынудил ошибиться Энтони Рейда на Ниссане и не вышел в лидеры гонки. Сотрудники в гараже Форда обезумели от счастья, увидев свою машину впереди. К тому времени полный привод Audi успели запретить в гонках, так что ни одна из машин не имела решающего преимущества под дождем. Впрочем, и сам Мэнсел продержался недолго. Ошибшись в последней шикане, он выпустил вперед Джона Клеланда на векторе.
после чего потерял еще пару позиций и получил штраф за нелегальный обгон под желтыми флагами. В той гонке вообще творилось много безумия. Сейчас, например, вы видите лидера чемпионата Рикарда Рюделя, пытающегося найти заднюю передачу на своей Volvo. То же самое пытался сделать и пилот Honda Роб Гревет. И, к счастью, вовремя нашел. Ведь в результате разворота оба они оказались стоящими против движения на быстрой стартовой прямой, где любое столкновение могло закончиться очень плохо. Это была легендарная гонка в истории BTCC, которая хорошо демонстрирует манеру езды пилотов британского туринга и накал борьбы, за которой все так любили этот чемпионат. В те времена он находился на вершине популярности. На компьютерах и PlayStation выходили посвященные ему игры сериала «Тока». А заводы, мечтавшие о победах, вливали в гоночные команды все больше и больше денег. В результате новый класс стал не просто сложнее и быстрее, но и в разы дороже старой группы А. Стоимость постройки одной машины, по слухам, доходила до 1 миллиона фунтов, а бюджет команд на сезон — до 10 миллионов. Для сравнения, еще в начале 90-х этих денег могло хватить на содержание команды средняка в Формуле-1. Приезжали на гонки, там все было вообще закрыто, никуда ты не попадешь, ничего не подсмотришь, машины сразу заезжали, сразу закатывались там за ширму. Концепцию супертуринга, придуманную англичанами, в 90-е перенял и весь остальной мир. На подобных машинах гонялись во Франции, Германии, Италии, Японии, Штатах и даже в Австралии. Впрочем, не только в них. Свой супертуринг, или вернее супертуризм, существовал и в России 90-х. Так назывался один из зачетов Кубка Ротман Саспас, самого престижного кольцевого первенства в России. В зачете супертуризм первые годы соревновались в основном пилоты на ВАЗовских восьмерках, пока в 1997-м в гонки не пришла команда Лукойл. Купленные в Британии Honda Accord должны были вывести русский супертуризм на мировой уровень. Открывает контейнер и ах, это космический корабль. Эту машину завести-то один человек не может. Николаю Больших новая машина строилась, а мне досталась машина предыдущего сезона из Джеймса Томпсона. Конкурирующая команда Mobil Racing выставила три немецких Форда Мондео. Но была одна проблема. После развала Советского Союза почти все стационарные гоночные трассы оказались за границей. Так что гонки Кубка с 1995 по 1997 годы проходили на одной единственной трассе в Москве, временном кольце на Воробьевых горах. Это даже и не гоночная трасса. Англичане, естественно, сказали, что, говорят, ребят, ну как вы ездите здесь? Машина очень высоко поднималась, потому что дорога была неровная, угол поворота в некоторых местах на грани. То есть если там какая-то ошибка, иногда не получалось повернуть. Отсюда выезжали автомобили и летели на все скорости в сторону Мосфильмовской. Вот сейчас там автобус стоит, подпрыгивая на неровностях асфальта, скрывались за рельефом дороги. Это было что-то с чем-то. Трасса длиной 1900 метров была составлена из обычных асфальтированных дорог около МГУ и огорожена отбойниками. А где отбойников не было, там стояли деревья или высокие бордюрные камни. Конечно, был вообще сумасшедший интерес, и очень много приходило зрителей, порядка 30, по-моему, тогда тысяч. Ехали эти машины с лучшим временем. По-моему, только в формуле проигрывали. Чуть-чуть совсем. А потом наступил август 1998 года. Доллар, который стоил чуть больше 6 рублей, теперь взлетел до 20. Надежд на то, что кто-то еще привезет в Россию дорогие иномарки супертуринга для заполнения стартовой решетки, больше не оставалось. По итогам 1998 года класс супертуризм пришлось закрыть. Одна команда имела эти автомобили, другая команда имела подобные автомобили. И все,
Поэтому это стало неинтересно, и класс этот накрылся. Впрочем, похожая судьба ждала супертуринг и по всему миру. Война бюджетов и технологий не могла продолжаться бесконечно, и производители начали уходить. В 2000 году в британском чемпионате оставалось всего три заводских команды – Honda, Ford и Vauxhall. Ситуация была столь плачевна, что стартовую решетку пришлось заполнять машинами младших категорий. Изначально концепция супертуринга, как доступного и универсального класса, потерпела крах. Уже с 2001 года британский чемпионат отказался от супертуринга в пользу более простых и медленных машин. Через год это сделал и почти весь остальной мир. Весь, кроме России. Российский автоспорт, как и вся страна, довольно быстро оправились от последствий кризиса 1998 года, а для нашего автоспорта тогда на самом деле все только начиналось. Ведь вместо покупки дорогих иномарок, лучшие команды, в том числе и Лукойл, принялись строить гоночные машины на базе отечественных ВАЗ-21-10 и 12. Десятки оснащались мощными 16-клапанными моторами, хитроумными подвесками и облегченными кузовами. Довольно скоро эти машины образовали самый быстрый и зрелищный класс в российских кузовных гонках. В 2001 году этот класс получил название, да, все верно, супертуризм. Так погибший было во всем мире супертуринг получил новую, полную приключений жизнь в России. Но это уже тема для отдельного сюжета. Это был очень большой толчок именно в продвижении нашего российского автоспорта. И многие вещи, которые мы видели на этой машине, потом воплощались уже в конструкциях автомобилей, которые строили. Многому научили. Вот команда «Лукойл» очень много научила «Супродрайва». Ну, а на этом пока что все. Как всегда, если вам нравится то, что я делаю, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И, конечно же, пишите в комментариях, какие еще истории из мира автоспорта и культовых автомобилей вы бы хотели увидеть на моем канале. С вами, как всегда, был я, Игорь Асанов. Пока!